Всем привет, Сайдант, и сегодня мы начнем проходить Hitman Кровавые деньги. Сведения о происшествии в Саутленд-парке. Сотни родственников погибших собрались у ворот. По меньшей мере 30 человек погибли, ранены около сотни. Полиция не пускает журналистов к месту трагедии. Минуло 5 лет со дня трагедии, закрывшей ворота Саутленд-парка, однако всплыли новые факты о проверке состояния аттракционов незадолго до инцидента. Команда юристов «Орлы в законе», защищающая в суде владельца Саутленд-парка Джозефа Клэренса по прозвищу «Король свинга», потребовала исключить из дела часть свидетельских показаний. На 7-ю годовщину трагедии в Саутленд-парке состоялось очередное слушание дела Джозефа Клэренса. Вердикт невиновен. Несмотря на оправдательный приговор, огромные счета от адвокатов вынудили его признать себя банкротом. В это же время родственники погибших заявили о намерении подать апелляцию. Дорогой, идем пить чай. Сидя вот так в темноте, ты его не вернешь. Я хотел бы сделать заказ. Джозеф Клэренс. На этом уровне вы получите все навыки, необходимые для эффективного выполнения предстоящих заданий. Меню действий находится в левом верхнем углу экрана. Там появляются клавиши всех действий, доступных вам в настоящий момент. Полоски в нижнем левом углу экрана слева направо отвечают за здоровье и уровень напряженности. Значок в правом нижнем углу экрана отображает выбранный предмет и количество патронов. Компас находится в правом верхнем углу экрана. Отображаемые в верхней части экрана заголовки подсказывают вам, что делать дальше. Восклицательный знак появляется каждый раз, когда для вас есть новые сведения. Вы можете в любой момент нажать клавишу инструктажа, чтобы открыть меню информации. Используйте клавиши движения, чтобы передвигаться, и мышь, чтобы управлять камерой. Чтобы бежать, нажмите клавишу «Бежать». Так, ну это неинтересно. Окей. Управление сбилось только что. Сейчас, подожди. Все. Можем продолжить. Добро пожаловать в штаты 47-й. Это задание будет прямолинейным. Вам необходимо проникнуть в заброшенный парк развлечений, найти и убрать его владельца. Ваша цель – Джозеф Клэренс по кличке Король Свинга. Несчастный случай, произошедший в парке несколько лет назад, вынудил его закрыть это место. Наш клиент попросил, чтобы фотография, которая сейчас находится у вас, стала последним, что увидит цель. Мистер Клэренс ведет бизнес с наркодельцами, так что в парке наверняка еще есть развлечения. Приятного отдыха, 47-й. Чего уставился, беложопый? Я к Джозефу Клэренсу. Не слыхал о таком. Король свинга. А, к этому тупому недоноску. Как тебя звать-то? Имя для друзей, поэтому у меня его нет. Все на месте. Нет,
тупой. Сраный адвокат не лучше сраного кола. Убивал бы всех этих козлов. Ты чё, Нигер, совсем не сечёшь? Адвокат прозводом не тронет твою костлявую чёрную жопу, а? Чё за фигня? Надо проверить. Свидос. Птичка дрожит от священного страха. Никита? Да, конечно. Как скажете. Хорошо. Не искренне, но хорошо. Ибо я очищу твою душу, ублюдок. Прости. На помощь! Помогите! Помогите! Заткни хлебало. Разведем ублюдка на бабки. Ибо нефиг. Что самое интересное, раньше, то есть в других хитманах до Бутмани не было такого, то что если ты тащишь тело, то копы или охрана может найти его. Ради бога, что тут произошло? Угу. Причем каждый раз он по-разному отвечает. В прошлый раз, например, когда я играл, а прохожу я уже игру не раз, и не два, и не три. Он обычно говорит, где эти ленивые твари. Окей. Окей, ящик соды. Ку-ку. Стой! Проверка! Ты что, не видишь мою наглую морду, а? С нее мне все можно. Я могу достать деньги, родная. Они все равно и так, считай, мои. Мистер Спук все уладит. Мы откроем парк, и все будет как прежде. Нет-нет, еще всего пару дней. Поверь мне. Солнышко, не говори так. Мистер Спук вернет деньги. Он человек надежный. Я не буду это подписывать, я не буду. Дай мне всего лишь один шанс, я клянусь. Зайка? Милая? Алло? Сплошное дерьмо. Что за... Долбанный лифт не пашет. Чёрт. Ибо нефиг. Кстати, на средний уровень сложности у нас буквально будут за все снимать деньги, то есть за то, что мы не беспалевно
Там прошли какое-то место. Кстати, чем тише мы пройдем первую миссию, тем больше нам денег дадут. В начале, то есть следующей миссии. Конечно, я уровень сложности потом поменяю, это, потому что... Это, знаешь, уже много времени прошло, Скуп. Я буду некоторые пасхалки еще показывать. Я хотел бы узнать, как там у нас движется дело с деньгами. Да ну? Да, дело-то какое. Если помнишь, мы договорились на короткое время о том, что ты заплатишь наличкой. И это... Я знаю, как сильно тебя сейчас, наверное, давят. Но мы уже договорились. Я думал, что ты, может, просто отдашь ту сумму, на которой мы условились. Хотя ты сидишь тут... Блин, вдвое дольше, чем мы договорились. Но ты можешь заплатить изначальную сумму и съехать. Не прямо сейчас, конечно, просто, чтоб ты знал. Я был бы рад этому. Нет. Из-за того, что буду подказывать все пасхалки, которые я помню, сохраняться мне надо будет часто. Если не ошибаюсь, в Хитмане, Будмане их достаточно много, почти что на каждом уровне, от одной до двух пасхалок. Ну, например, вот на этом уровне пасхалок точно нету, я помню. По-моему, на следующем тоже нету, будет... не помню на каком, но она будет... Почти ничего. О да, такой красивый шлейх, как ты, не нужна понтовая упаковка. Угадал? Смотря кто будет меня разворачивать. Слушай, девочка, я распакую твою упругую попку быстрее, чем ты скажешь, что за красавчик развязал мои ленточки. Уверена, что ты Это дядя Джо. Лучше уходи на свое место. Каролин, кто-нибудь приносил сегодня бумаги? Нет, дядя Джо. Уверена? Ты ведь, надеюсь, не любезен? Да не, я не буду полить в шкафу и сюда встану. Будет он или хардкор. И пофиг, дверь такая. Дверь полтергейст. Она может открываться, может закрываться. Мадам, до свидания. Можно, кстати, этого мужика убить вот прям отсюда, и не будет, по-моему, видеоролика. А ты еще кто такой? Как ты сюда попал? Каролин! Мой клиент нанял меня показать вам эту фотографию. Я вас не понимаю. Мой клиент желает, чтобы это была последняя вещь, которую вы увидите. Мистер Кларенс, прошу вас, взгляните на фотографию. Нет, пожалуйста. Разве я мало страдал? Вот и все.
Скоп, у нас какой-то козел проскользнул под носом у Джейзи. Ты ж... Ты знаешь, что я таких гостей не люблю? Скоп. Я сначала думал... Да она просто бессмертная. Ладно. Мы это решим, проблему прям сейчас. Все, иди. Девушка. Хорошо. Пойдешь со мной, иди сюда. Не убивайте меня, пожалуйста, отпустите. Пошли, ты будешь моей. Нельзя, ой. Ладно. Так. Ну, кстати, вот видите, тут у нас рейтинг стиратель. Очень плохой рейтинг. Можно почитать, кого как убили. И так скажем, изменить что-то потом. Как по-другому, например. Окей.